Ясненько. Ну, хорошо, на этом, наверное, мы уже должны заканчивать нашу программу. И у нас буквально совсем скоро начнется следующая программа. Кто хочет, тот, кто нас слушает, можете остаться. Как раз это будет интересное завершение темы, поскольку в эфир выходит буквально через минут 5-7 минут выходит следующая программа с магом и волшебницей Инессой Алиевой. Вот мы у нее как раз спросим, что она считает. Она тоже разбирается в датах и достаточно хорошо, что означает все-таки дата 11 сентября, ну, не знаю, 2001 или 2015 года. Но на самом деле, если мы все-таки говорим о позитивных вещах, то, в общем-то, если все вместе просуммировать, то 9.11 дает очень и очень мощные духовные вибрации, потому что на самом деле число 9, хоть и является числом Марса, и там это все связано с какими-то разрушениями, с какими-то падениями, с огнем и так далее, но, тем не менее, девятка вмещает в себя мудрость всех остальных цифр, потому что за девяткой уже ничего нету. За девяткой будет единица, двойка и так далее. Опять девятка. Поэтому это духовные законы, это сострадание, это доброта, это щедрость, а также жизнь как положительный пример, лидерство и человечность. Если брать отдельно число 11, несмотря на то, что там действительно очень много совпадений, но это вибрация кармического, то, что называется в нумерологии мастер-число, 11-22, это мастер-числа, еще некоторые другие. Это освещение, просветление, вдохновение, это альтернативное какое-то сознание, это мистицизм, кстати, это чувствительность, это креативность и это творчество. Дорогие друзья, спасибо то, что вы нас слушали, именинниках, которые родились в этот день. Мы поздравляем с днем рождения. Ярослав, вам... Михаил, спасибо огромное и вам. Да, спасибо, и вам хорошего эфира, поскольку вы буквально через несколько минут выходите в эфир на Чикагское радио, так скажем, живое радио. У нас все-таки интернетовское. Ну, мы вам желаем хорошего эфира. Так уж у меня судьба связалась с Чикаго. Огромное спасибо, Михаил. Все, на самом деле, мы расстаемся с вами до воскресенья, я так понимаю. До воскресенья в 10 утра у нас будет специфическая программа. Вот и не будем мы рассказывать о чем. Обещанное будет. Да, приходите к нам, слушайте нас, и вы узнаете что-то интересное. Все, всего доброго, всего хорошего. Всем до свидания. Спасибо за внимание. Как же нам сделать, чтобы все работало? Вообще можно было, кстати. Дорогие друзья, те, кто нас слушают, повторяюсь, буквально через несколько минут у нас начнется программа с Инессой Алиевой, и это будет очень интересная программа. А Инесса Алиева – это экстрасенс, это парапсихолог, это человек, который является, вообще-то говоря, имеет титул доктора народной медицины, и это действительно будет очень интересно. Предлагаем вам остаться у нас в эфире, послушать с ней программу. Несмотря на то, что все программы записываются и, естественно, будут потом выложены в эфир. Спасибо.